Привет, друзья мои, с вами Ольга Полякова, и сегодня тема моего разговора – это полипренолы. У нас появилась очень интересная новинка, я хочу вам объяснить и рассказать о ее важности, почему, собственно, она вот должна быть сегодня в каждом доме. Вообще, полипренолы – это просто природный фактор нормального функционирования наших клеток. Что значит нормального? Когда клеточка не болеет, когда у нее достаточно энергии, когда там не зарождаются какие-то нехорошие процессы, в результате которых она рано или поздно загнется. И содержатся полипренолы в иголках хвойных пород. Люди иногда вот жевали, вы наверняка видели когда-нибудь, как идет человек, вот срывает иголочки и жует, потому что он где-то слышал, что это очень полезно. И на самом деле правильно делает, и на самом деле полезно. Потому что полипренолы – это важнейшие природные биостимуляторы. И они присутствуют во всех тканях нашего организма, выполняет массу важнейших абсолютно функций, в том числе энергетическое, чтобы у нас была энергия. Они восстанавливают клеточные мембраны. Мембрана – это оболочка клетки. Соответственно, если с этой оболочкой что-то не так, то клетка долго жить не будет, скажем так. И полипренолы отвечают за регенерацию вот этих оболочек. И, наконец, они обеспечивают транспорт глюкозы в наши клетки, что тоже очень и очень важно. Но на самом деле нам нужны не полипренолы, нам нужны долихолы. И хотя я боюсь всяких мудреных слов, когда вот я записываюсь, но я не могу их не произнести, потому что в этом случае их реально нужно знать. Долихолы появляются в нашем организме, важнейшие, жизненно важнейшие долихолы, только если мы получаем с пищей там, или с капельками отдельно, если мы получаем те самые полипренолы. Но в результате из-за того, что мы из-за стрессового фактора, из-за экологического фактора, ну, наконец, мы просто стареем, наконец, мы с вами болеем, а болезни оказывают очень хорошее влияние на снижение уровня долихолов в нашем организме. Воспалительные всякие заболевания, Альцгеймер, вот это все тянет вниз их вниз, и в результате организм просто не может сопротивляться тому наплыву факторов, который его накрывает. И причины снижения долихолов, вот как я сказала, есть целый список болезней, нехороших болезней, включая онкологию, которая давит их вниз. Иногда мы с этими причинами, ну, что мы можем сделать? Вот бывает, человек заболел, и все, ну и что? Значит, нужно просто компенсировать, дорогие мои, потому что именно здесь приходят на помощь те самые полипренолы, о которых мы сегодня с вами говорим. И почему это важно вообще? Дело в том, что есть сегодня даже такое направление медицинское, оно называется ортомолекулярная медицина. И говорит она о том, что лечить человеческий организм нужно его родными компонентами или их предшественниками. Так вот, родными компонентами и являются долихолы, а предшественники – это полипренолы. То есть это туше, мы попадаем прямо вот в самую точку того, чтобы иметь возможность реанимировать свой организм. И, как я сказала, уровень долихолов снижается, мы начинаем болеть. Специалисты говорят о том, что уровень долихолов практически у всех непонятно какой, хотя я не знаю, как они это определяют, я просто читала много на эту тему, хотя у нас до сих пор нет анализа, по которому можно определить уровень долихолов. Но когда-то не было анализа и на витамин D3, ничего страшного, мы все равно разберемся. Давайте теперь конкретно про нашу новинку. Итак, друзья, вот у меня коробочка в руках. Это природный концентрат с полипренолами Веллаб Преновитал 25 мл. И это концентрат с клеточным соком и экстрактом хвои пихты сибирской, усиленный экстрактом солодки. 100% натуральный продукт, естественно, без красителей, консервантов и ароматизаторов. Вот клеточный сок пихты сибирской, экстракт хвои пихты сибирской, экстракт корня солодка и концентрат 85%. Клеточный сок. Он обладает бактерицидным и антисептическим действием, способствует повышению сопротивляемости нашего организма к различным инфекциям, улучшению кроветворения. Экстракт солодки – это противовоспалительные антиаллергические действия, стимулирует активность надпочечников, повышает защитные свойства слизистой ЖКТ. И вообще у полипренолов, конечно, колоссальное количество положительных моментов. Они стимулируют синтез коэнзима Q10. Очень важно для энергоснабжения активно работающих мышечных клеток. А какая у нас самая главная мышца, ребята? Это сердце, конечно. Поэтому вот этот продукт – это такой сердечный эликсир.
У него выражено антиоксидантное действие, противовоспалительное, противогрибковое, противовирусное, гепатопротекторное, адаптационное, наконец, омолаживающее, потому что это конкретный продукт антиэйдж. Вот берем, вот так вот капаем в стаканчик и разводим ровно 15 капелек. Это идеальный гепатопротектор. Скажите мне, у кого печень хорошая? Ха-ха-ха. То есть этот продукт защищает мозг, укрепляет иммунитет, а у нас век ковида, дорогие. Защищает печень, повышает работоспособность, защищает сердце, заживляет раны. Противоязвенная активность у него очень сильная. Поддерживает репродуктивную функцию у мужчин и женщин. Тоже тема такая очень мощно развивающаяся. И, к сожалению, не только у женщин, потому что процент мужского бесплодия растет быстро. Наконец, еще важнейший момент. Вот этот продукт повышает гемоглобин и ферритин. И применяется для профилактики железодефицитных состояний, при там, нерациональном питании или, например, кто-то на жестких диетах сидит, непонятно для чего. Он защищает от опухолевых процессов. Он восстанавливает клетки. А теперь, внимание, смотрите, восстанавливаются клетки. Клетки восстанавливают органы, а возрожденные органы восстанавливают функции систем всего нашего организма. Этот продукт имеет очень большой профиль безопасности. То есть он натуральный, у него нет побочных эффектов. Кстати, господа спортсмены, он повышает выносливость, предупреждает утомление, нормализует избыточное накопление молочной кислоты в крови. Кто ходит вот там в зал спортивный, качается, то это тоже его продукт, потому что он минимизирует мышечный болевой синдром. Это эффективная защита при стрессах. И, конечно, при простудных заболеваниях. Сейчас идет вирусная волна, и она, вот этот продукт, оказывает противовоспалительное действие при заболеваниях дыхательных путей, потому что ускоряются процессы выздоровления. Клеточный сок пихты сибирской поможет, если по роду деятельности вам приходится много общаться с людьми. Если вы испытываете большой уровень психического напряжения, если нет сил, хотите избавиться от вирусов, регулярно испытываете недосып, вот тогда необходима вам какая-то реабилитация. Если вы живете в каком-то неблагоприятном районе, конечно, это продукт ваш. Способ применения, вот 15-20 капель, как я показала, развести в стаканчике и выпить 1-2 раза в сутки. Стоит он 1650 рублей, а изготовитель — лаборатория функциональных продуктов, город Новосибирск. Вот такой шикарный продукт у нас появился, я его рекомендую всем.